Всем зрителям и подписчикам канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 17 сентября 2017 года. Построили мы вторую теплицу, второй метлайдер на сегодня. Шириной 3 метра, длиной 4 метра. С одного торца у нас расположены двери купе. С другого торца форточка. Сам каркас сделан из профильной трубы 20 на 20. Сверху приварен усилитель. Также у нас установлена система подвязки по две нитки на каждую сторону. Диагонали укосины. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. И также закреплен с помощью кольев к земле. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Вот такой получился метлайдер. Метлайдера сверху сделана форточка с ручным управлением. Вот на этом, пожалуй, все про нашу теплицу. Тут на участке обнаружили еще один объект, еще один метлайдер. Длиной 6 метров. Клиенту она уже почему-то не нравится. Говорит, что будут разбирать. Шаг у нее 2-метровый. Теплица буквально пару лет приобреталась на рынке. То есть не наша. Не нашего производства. Поликарбонат на торцах сделан горизонтально. Не очень хорошо. В дверях есть небольшие щелки. Это тоже не очень хорошо. Теплица слегка поржавела. Влияет только на эстетический вид. То есть есть нюансы небольшие. И как яблоко, хорошо? Разница, как говорится, налицо. На меня уже. Технологии не стоят на месте. Всем зрителям и подписчикам канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 17 сентября 2017 года. Построили мы теплицу метлайдер шириной 3 метра, длиной 4 метра. Каркас теплицы у нас сделан с профильной трубы 20 на 20. Арки с усилителем, сверху форточка. Торцам у нас цельные двери. Вся конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Закреплен к земле с помощью колышков. Также установлены диагонали укосины. Поликарбонат мы использовали 4 мм, 0,7 плотность. Это не первая теплица на участке у клиента. Вот вдалеке видим, стоит точно такой же метлайдер. Ему 4 года. Теплица простояла очень хорошо. Зарекомендовалась. Клиент решил обратиться еще раз повторно в компанию Уральская усадьба, чтобы заказать еще одну теплицу. Ну вот на этом, наверное, и все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.